Приветствую вас на своем канале, господа товарищи, кто присоединился и кто постоянный слушатель и смотритель моего канала. Сегодня вот небольшой обзор. Я посадила на балконе, значит, огурцы и посадила томаты. Томаты с отставанием, вот неделя, как я посадила, отставание неделя от огурцов. Могу показать уже свои вот первые результаты, которые у меня есть на моем балконе. Итак, на передний план выходят огурцы. Огурцы под названием трюкач. Вот огурчик в одной банке. Я их садила по несколько штук. Но вышел один. Вот здесь какая-то сорная травка вышла в том грунте, который я покупала в магазине. А здесь вышли сразу три. Стоят практически в одно время они вышли, но вот он уже, этот огурчик удлинился, у него уже третий листочек. И вот мне сегодня, что нужно сделать, это подсыпать землицы вот сюда. Я так поняла, что здесь огурчики у меня уже не взойдут никакие, и он у меня будет один. Мне здесь удалять ничего не придется. А вот здесь, вот в этой баночке, мне придется удалять еще какие-то огурчики, потому что эта банка точно не рассчитана на три, если полноценных огурчика. Да. Три огурцовых плети. Так, вот что я делаю. Я, значит, беру земля, все та же земля, которая у меня есть, и я просто досыпаю эту землю. Вот какие-то комочки мне попались. Но я их, жесткие комочки, я уберу. Да, он не по центру стоит. Но я думаю, что я его переделывать не стану. Это он мне не мешает. И еще надо земли досыпать. Мне нужно максимально. И я сейчас даже, честно сказать, жалею о том, что надо было больше оставить пространство для насыпания земли. Кабы мне его не пришлось углублять. Но мне бы не хотелось ничего уже с ним делать. Просто вот так вот я насыпала. Я его очень хорошо пролью. Здесь у меня солнце. Естественно, я на солнышке его не оставлю. Я его пока есть возможность, я уберу в тень. Вот это мой огурчик на подоконнике. Так, а эти огурчики я пока не буду засыпать. Пусть они еще немножко у меня потянутся, и потом я удалю, наверное, по центру оставлю, а два удалю. Но пока я делаю так. Так, с огурцами, вот, пожалуйста, целые лужи. Обязательно надо поддон сюда. Я еще до сих пор не подобрала поддон и мучаюсь тем, что когда поливаю, я... вот такая лужа остается. Так, а теперь я хочу рассказать про мои помидоры. Помидоры я посадила неделю назад, это было воскресенье. Если сегодня у нас 17 июня, то это откидываем недельку назад. 7 дней откидываем. Это значит, где-то 10-9 я посадила. Ну, конкретно. Плюс-минус один день. Вот здесь у меня достаточно много помидорных семечек было. Так, вот это на передний план сейчас выходят у меня помидоры, которые я посадила. Ну, в пакетике было достаточно много, но я садила в две баночки, и поэтому я посадила, ну, от души, так сказать. Их сейчас вышло много. Они уже показали первые свои листочки. Уже я теперь убираю вот эту пленочку. Это у меня том красный томат. Сейчас я тоже делать не буду, ничего не досыпать. Я просто их оставляю в нормальном состоянии. Но обильно поливать я их тоже не буду. Вечером я их поливать не буду. Я их буду распылять из брызгалки. Пока этого достаточно будет им влаги. Заливать, я думаю, в таких вот баночках это все, хоть и дренаж хороший, но я пока опасаюсь. Они очень маленькие, очень тоненькие, и мне надо, чтобы они выжили. Так, и смотрим, что здесь у меня получилось. И здесь у меня то же самое. И здесь я тоже пленочку снимаю. Вот их сколько. Это том красный. И на сегодня мой обзор по моим томатам и перчикам я, в общем-то, завершаю. Сегодня, я уже сказала, 17 июня.
И эксперимент у нас, это уже третий, в смысле, это третье видео, которое я сделала. Вот такие маленькие видео я буду снимать, чтобы... Ну, это обзор. Ну, а на сейчас всего доброго. Я прощаюсь. Подписывайтесь, ставьте лайки, дизлайки. Всему буду рада. И комментарии.